Не секрет, что канун новогодних праздников проходит самый яркий и красочный мероприятие. Мы ведем репортаж с одного из таких шоу. Буквально через несколько минут на сцене главного городского театра начнется невероятное шоу «Школа-студия Аладуховой Тодес». 23 декабря состоялось самое яркое и ожидаемое событие танцевального сезона. Днепропетровская школа-студия балета Аллы Духовой «Тодес» удивляла зрителей номерами юбилейного концерта. Уже в пятый раз наш город был потрясен их мощными постановками. Ведь каждое появление этого коллектива на сцене – незабываемое событие. Так было и в этот раз. Ведь сцена театра оперы и балета содрогалась под натиском уверенных танцевальных движений. Танец – это отличный способ самовыражения, но и тяжелый труд. Танцевать может научиться каждый, но вот завораживать танцем, притягивать энергии танцем, проживать на сцене жизнь – лишь одаренные единицы. Скажите, пожалуйста, в чем всего этот концерт? Ну, в принципе, каждые полгода у нас проходят отчетные концерты. Конкретно этот посвящен пятилетию студии. 11 октября было 5 лет студии, и в честь этого мы делаем концерт. Тяжело ли руководить студией с таким громким именем? Ну, когда, скажем так, работа любимая, то это не очень тяжело. Бывают сложные моменты, бывают не очень, но, в принципе, мы все получаем от этого удовольствие. Современная динамичная музыка, четко отработанная командная работа, чувство сцены. Порой не ожидаешь, что танцоры будут делать следующий миг. Пытаешься предугадать и, к счастью, ошибаешься. Ведь заблуждения сопровождают удивление и временами даже шок. Как такие юные танцоры настолько высокопрофессионально познали искусство танца? Девчонки, скажите, пожалуйста, какой по счету это ваш концерт? 11-й концерт, это у нас отчетный концерт. Да, 11-й отчетный концерт. А насколько волнительно для вас это все? Ну, конечно, мы немножко волнуемся перед выступлением. Ну, не настолько, чтобы плакать, да. Сходить с ума. Ну, мы рады, что у нас 11-й отчетный концерт. Да, нас переполняют эмоции перед выступлением. Как вы готовились к концерту? Ну, мы всей студией упорно учили танцы. Каждую неделю очень все четко проходили. Это длилось около 4 месяца, да? Да. Мы очень старались. И, надеюсь, сегодня всем понравится. Профессиональный подход к работе, совмещение хореографии и актерского мастерства, тщательная работа над костюмами, продуманная драматургия каждого номера, использование в концертах новейших технологий. И вот мы видим невероятное танцевальное действие и слышим неумолкающие аплодисменты зрителей. Достижение школы-студии балета во многом заслуга ее опытного постановщика. Какие сложности у вас возникают при работе с детками? Сложности? Да в основном все настолько весело, легко. Бывает, конечно, что у всех разные характеры, восприятие музыки, и детки, привыкшие тоже к разному темпу жизни, но они растут, они развиваются. Я очень довольна, что они, приходя к нам, сразу вливаются в правильную струю. Они знают, как уже ловить вот баланс для того, чтобы комфортно себя чувствовать. И, в принципе, очень дружелюбный коллектив, очень они хорошие, у них все индивидуально. Так отпраздновала пятый день рождения школа-студия балета Аллы Духовой «Тодес». Несомненно, в следующий раз они снова будут потрясать преданных зрителей, число которых увеличивается каждый день. За время выступления я зарядилась яркими, незабываемыми эмоциями. Ну а мне захотелось присоединиться к этим маленьким звездам и дарить моим зрителям такой же драйв и позитив. Лера Лашна, Диана Свиридова, специально для невзрослых новостей.